Прошел год со дня смерти основателя и директора футбольной школы «Звезда» Валерия Товкача. Его скоропостижный уход стал большой утратой для спортивной общественности Люберец. В память о человеке, который всю свою жизнь посвятил футболу, прошел турнир между детскими командами. Подробности далее. Во все времена спортивная школа «Звезда» считалась флагманом люберецкого футбола. И дело ее руководителя Валерия Товкача продолжается. На стадионе «Искра», где находится тренировочная база футбольного клуба, встретились 6 лучших команд округа, чтобы побороться за победу и почтить память выдающегося тренера. Это урожай Томилина, труд Малаховка, вот, и наши команды кшоровские. Вот, которые именно занимаются в комплексной спортивной школе. Все эти дети, они уже будут участвовать в официальных соревнованиях. Поэтому мы и сделали как этот турнир как бы тренировочный. Вот, чтобы они маленечко втянулись уже. Вот, поэтому, кто будет победителем, не знаю. Вот, но призы получат все. Турнир памяти Валерия Товкача открыл летнее первенство Московской области. Впереди большой футбольный сезон, который продлится до конца октября. В нем примут участие 25 детских футбольных клубов городского округа Люберцы. Мы настроены на победу от второго места до третьего. Но мы верим только в победу. Мы тренируемся 3 раза в неделю. Вот, и мы готовы всегда на победу только. Моя задача в этом турнире – защищать ворота, чтобы не пролетали ко мне головы. И мы надеемся на победу. Валерия Товкача не стала 19 апреля 2023 года, через 3 дня после того, как ему исполнилось 53. Теперь каждый год в конце апреля в Люберцах будут проводить турнир его памяти. В следующий раз организаторы пригласят к участию команды из Москвы. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.